Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим штатную камеру заднего вида от компании Ideal для автомобилей Chevrolet, модель Epica, Cruze, Captiva, Aveo 2012 года и выше. Поставляется данная камера в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас гарантийный талон, инструкция. Также идет сама камера. Такая вот. Устанавливается плафон подсветки номерного знака заднего с сохранением самой подсветки. Камера из пластика полностью сделана, герметично заклеена, пыль влагозащищенная. Класс защиты IP67. Подключается на питание 12 вольт через разъем и провод питания, который идет в комплекте. И также есть видео выход RCA или по-другому. Тюльпан называется. Для него есть удлинитель 5-метровый для того, чтобы подключить монитор напрямую. Сейчас мы камеру подключим на питание и посмотрим, какое качество изображения она будет выводить. Камеру мы подключили на питание. Видим изображение с данной камеры. Угол обзора 170 градусов заявленное. Сенсор здесь установлен CMOS. Разрешение 648 на 488 пикселей. Поддерживается система PAL и NTSC. Парковочная разметка присутствует для удобства парковки в трудных местах. И данная камера также будет хорошо выводить изображение в темное время суток. Для этого ей нужна минимальная освещенность в 0,1 люкс. При покупке камеры на нее распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость камеры вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.